Добрый вечер, дорогие друзья. Мы начинаем концерт ансамблем «Арсенал». Мы решили сегодняшний концерт посвятить памяти одного человека, которого звали Хорас Силда. Это имя, оно знакомо всем джазменам, и не только джазменам. Дело в том, что вот он создал музыку, которая повлияла на развитие очень многих жанров, начиная от джаза, кончая диско. Это был и фанки-фьюжн, и просто джаз-рок и так далее. И, в общем-то, вся моя музыкальная деятельность, начиная с 60-х еще годов, когда я играл тогда еще в кафе «Молодежный» на улице Горького, где-то вот в начале 60-х годов, так, уже тогда я стал увлекаться музыкой этого человека. Ну, я сейчас не буду долго рассказывать, я просто прочитаю то, что про него написано в Википедии просто. Вот Хорас Силда, настоящее имя Хорас Уорд Мартин Таварес Силда. Значит, американский джазовый пианист и композитор. Его отец Джон Таварес Силда родом с острова Майо, неподалеку от Сантьяго. А мать вообще родилась в Нью-Канаане и имела еще ирландско-африканское происхождение. Поэтому у него и такая музыка получилась, сказать, необычная. Но Хорас Силда ввел музыкальную терминологию слова «фанк». Когда в 1952 году он написал пьесу «Фанки отель». Вот это действительно был первый случай в истории, когда этот термин появился вообще на глазах у широкой американской публики. Ранее слово «фанк» существовало лишь в среде обитателей черных гетто и обозначало особый запах человеческого тела во время сексуального возбуждения. Вот такой вот. Но есть и более неприличные даже значения этого слова. Тем не менее, оно стало музыковедческим термином и вообще вошло в историю музыки. И сейчас многие, кто говорят фанк, они даже не представляют, с чего это вообще начиналось. В общем, его музыка, она повлияла на развитие очень многих жанров и стала движущей силой вообще современного джаза. Вот так его скромно в Википедии охарактеризовали. Но сегодня, значит, мы исполним несколько пьес самого Хорас Силда, и параллельно будет с нами выступать наш вокалист Марк Юсин, который будет петь уже совсем другую музыку. Итак, мы начинаем с одной из композиций Хораса Силда, которая называется «Nika's Dream». Он посвятил ее некой Нике. Это была такая необычная женщина из рода Вандербильтов. Она была очень богатая и... Ее послали учиться перед войной, значит, в Париж из Англии. И там она познакомилась с одним бароном французским. И тут, значит, немцы захватили Берлин, и они вместе участвовали, между прочим, в сопротивлении. Ее муж, он был летчик, и он летал, бомбил, рискуя жизнью всякие фашистские позиции. И когда освободили Францию, ему, значит, предложили поехать послом в какую-то там республику. А так как она еще до войны увлеклась американским джазом, поскольку Париж — это было скопище американских джазовых музыкантов, это перед войной, это было окно такое в Европу из Америки,
Вот. И она уже не представляла себе жизни где-то в другом месте, в какой-то там стране, женой посла. Она сказала, я поеду в Нью-Йорк. И вот она приехала в Нью-Йорк и вошла в джазовую среду, и ее знали все джазмены. Ее прозвище было просто баронесса, ее даже не знали, как ее зовут на самом деле. На самом деле Кёнигсвартер у нее такая была фамилия по мужу. Вот этой женщине как раз Хорас Север и посвятил. Ей, кстати, очень многие музыканты посвящали свои произведения, но вот это, на мой взгляд, наиболее такое удачное, поскольку написал ему Хорас Север. Итак, Никас Джим, мечта Ники.
Но сейчас вы услышите пьесу, которую я написал еще очень давно, в те времена, когда только начал увлекаться Хорас Сильвером. И я написал композицию, точно следуя вот всем тем новшествам, которые ввел Хорас Сильвер. Я назвал эту пьесу «Silver Blues». И она, в общем, почти не отличается от его музыки по многим параметрам. В частности, он один из первых вообще в истории джаза, кто изменил форму традиционного блюза, потому что добавил туда какие-то другие гармонии, немножко расширил гармоническую схему. Итак, пьеса, посвященная Хорас Сильверу, написанная точно в его стиле, «Silver Blues». Thank you.
вокальной части нашей программы я приглашаю на сцену нашего вокалиста, его зовут Марк Юсин. Сейчас вы услышите нашу версию песни замечательного итальянского певца Джино Ванелли. Он родился в Канаде, в англоязычной семье, но итальянской. И вот вся семья была очень музыкальная, там все, включая отца, всех братьев, все играли, пели. И очень быстро Джино Ванелли вот выделился в этой своей семье и стал занимать все первые места по всем опросам именно в Канаде. И ему посоветовали перебраться в Америку. И он перебрался в Америку, причем с очень сложными песнями. Но участвовал в конкурсах и во всяких передачах, в общем, посвященных поп-музыке. А в то время вообще всем этим бизнесом вообще как бы руководили им чернокожие такие бизнесмены. И вдруг Джино Ванелли, неожиданно белый человек, прибывший откуда-то из Канады, стал занимать самые высокие места. И, в общем, это им не понравилось. И, в общем, его он все 70-е годы он проработал, но его постепенно как-то так вытеснили из поп-бизнеса. И на какое-то время он исчез, но он не просто исчез, он за это время он очень увлекся разными сложными видами знаний восточных, побывал в нескольких монастырях, занимался йогой, медитацией, и потом вернулся и вновь уже продолжил на другом уровне совсем уже свои выступления. Но вот сейчас прозвучит песня, которая стала популярной где-то в середине 70-х годов. Она называется «The River Must Flow». «Река должна течь». Джино Ванелли. Like the water cold, my pain. It's like the river.
Сейчас вы услышите песню, которую напел певец с таким странным именем Джон Легенд со своей группой Roots. Называется эта песня Hard Times. Она сейчас очень актуальна, поскольку в ней вообще говорится о том, как тяжело живется человеку, который откуда-то приехал в большой город, ничего там не знает, и как там все ему незнакомо, как там тяжело жить. И тяжело для него в его жизни наступили тяжелые времена. Итак, Джон Легенд, Hard Times. So many hard times, I'm
относится к инструментальной музыке, выслушайте один из хитов, который принадлежит Хорусу Силверу. Называется эта пьеса «Mexican Hip Dance» – «Мексиканский танец бедер».
Слово на барабанах исполнил Егор Петрухин. Спасибо. Ну а теперь давайте недолго отдохнем. Мы продолжаем наш концерт. Мы начнем второе деление с довольно редкой пьесы Хориса Силвера, которая называется «Джоди Грайнд». Я долгое время, еще когда в 60-е годы увлекся Хорисом Силвером, так и не знал, что оно означает. И только не так давно я нашел в интернете уже, потому что тогда интернетов не было, нашел объяснение, как сам Хорис Силвер кому-то рассказал, почему он так назвал эту пьесу. Дело в том, что это были, ну, я точно не могу сказать, ну, 60-е годы. Когда он работал в одном из нью-йоркских джаз-клубов, и там график был такой очень напряженный, то есть они не имели ни свободного времени, там хозяева заставляли их работать как вообще как таких лошадей просто. И поэтому они так наблюдали за публикой. И там почти на каждый день появлялась какая-то девушка, которую, как они выяснили, звали Джоди. И она ходила все время мимо эстрады и так подергивая так бедрами, глядела на них, а они только облизывались, не могли они к ней подойти, потому что им не разрешалось просто этого делать. И они тогда вот всем одинаково понравилась ее походка. И тогда он написал пьесу, которую так и назвал. «Джоди Грайнд. Походочка Джоди». Вот такой смысл у этого названия. Итак, Хорис Силвер, «Джоди Грайнд». Thank you.
сейчас мы продолжим немножко в стиле фанк, но уже с вокалом. Сейчас Марк Юсин споет песню замечательного певца, который как раз начинал как такой фанк-музыкант, причем он работал как... играл на саксофоне, на кларнете в таком трио Commodores. Это такой был ранний, такой настоящий фанк, который чернокожие американцы исполняли. Его зовут Лайонел Ричи. В 1984 году он даже получил премию в Грэмми. И соперничал с такими людьми, как Принц или Майкл Джексон. Он был так в те времена наравне с ним. И вот сейчас прозвучит песня, как раз один из хитов, в таком именно в стиле фанк, который называется «Every Time I Hold You», Лайонел Ричи, исполняет Марк Юсин. Every time I hold you, I get to free.
Но сейчас вы услышите нашу версию современного хита, который вообще попал на первые места в этом году. Исполнил ее такой человек, в общем-то, не очень молодой, хотя считается, что он из современной молодежи. Его зовут Эд Ширан. А песня эта называется «The Shape of You». Thank you.
Thank you.
Ансамбль «Арсенал». Love.
большое вам спасибо. На этом мы закончим наш концерт. Мы благодарим вас за внимание. Спасибо вам. Всего хорошего. До свидания.